Хорошо. Так что, а у тебя есть? Итак, мы приехали в клуб «Стрельбище». Слышите, там уже стреляет народ. Вот здесь вот так это выглядит. Вот. Сейчас будем одевать наушники, в наушниках заходить. Сказал что-то. Я ничего не слышу тебя. Я тебя. Ну и все, значит, расслабься. Наслаждайся. Тут ребятки наши сидят. Тут народ стреляет уже. А мы ждем своей очереди. Вот повесить мишень. Вот так примерно выглядит. Места подписана расстоянием. И там вот. Вот так выглядит. Сегодня будем стрелять из такого вот оружия. Такие две винтовочки. Такая вот детская. Там наши ребята вешают мишени. Назар стреляет, мам. Назар стреляет. По 19. Давайте. Ну, потому что ты плохо, много нажимаешь. Оттяни, оттяни. Не надо ничего тянуть. Сгашь, когда начнешь. Уже начал. И всем привет. Сегодня мы на стрельбище. Я хочу рассказать, как я стрелял автоматом. Получается, там, когда стреляешь, такая слабая очень отдача. Ага. Потому что это мелкашка, да? Ну да. Там окей. Слабая очень отдача. И получается, мне пару раз я до гильзы дотронулся, а она прям горячая, я чуть ли не обжегся. Ну, получается, я вначале пострелял из вот этой, как снайперки, из вот этой большой. Угу. Ну, я там после каждого выстрела сделал, перезарядился. Угу. Все. Но получается... И когда из нее стреляешь, там такая очень слабая отдача. И стой чуть-чуть посильнее, но и стой ты можешь вот так стрелять. Туф-туф-туф-туф. Угу. Туф. Можешь окей. Даже так тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Можешь очень быстро, да. С быстрым темпом стрелять. Ага. С этой ты вот стрелил. И вот с этой ты сделал один выстрел, и у тебя он отлетел назад, и ты должен сам. А вот стой, когда стреляешь, то получается, как отлетает твоя рука, но сразу же туда и сюда. Сейчас пойдем там, обойдем. Можно наушники снимать уже. С этой получается, в том примерно около 20 с чем-то патронов, вот, то есть скорострелить. Что нравится потом? У этой примерно 9. Угу, окей. Ну вот, в принципе. Хорошо, спасибо. Продолжаем стрелять. Ирина тут целится. В десяточку пока не попала, но рядом очень хорошо. Это 7 ярдов. Пистолет какой калибр? 9 миллиметров. Окей. Finger off the trigger until you're ready to shoot. Aim at the target, right? You're not allowed to go to a double tap. You take a shot, then you take a breath. Bang. You have to go.
we go over a little bit of form, like how to pistol. Ну, отличные выстрелы, Никита. Молодец. Start off,